Как вы учились в школе? Учился в школе хорошо. Для того, чтобы стать мэром, надо иметь хорошие оценки. Четверки и пятерки – это мои были оценки. София, а вы кем хотите стать? Я еще не решила. Но мне точно не нравится математика. Для того, чтобы добиться чего-то в жизни, человек должен быть разносторонним и грамотным. Даже если кажется, что какой-то предмет вам не пригодится. Игорь Николаевич, а как понять, кем ты хочешь стать? У нас очень востребованы все специальности. Ребята, у вас есть такая возможность выбрать свой путь в жизни. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием учебного года. Понятно, что эти 11 лет пролетели для вас незаметно. Но самое главное, что вы будете гордо нести звание бобруйчанин. И куда бы вы ни поступили, всегда знайте, что вы востребованы не только в Республике Беларусь, но и в прекрасном городе Бобруйске. Удачи вам во всем! С праздником, наши выпускники!